Привет, меня зовут Владимир, вы на канале Киберсофт, и в этом коротком видео я отвечу на вопрос пользователя о том, как русифицировать интерфейс ID Eclipse. Скорее всего, Eclipse уже установлен на вашем компьютере. Если нет, то в описании под этим видео есть ссылка на скачивание последней версии. Качаете, устанавливаете и запускаете. Ничего сложного. Русифицировать Eclipse мы будем с помощью официального плагина Eclipse Babel, который позволяет перевести ее интерфейс практически на любой язык. Для начала нужно открыть в браузере страницу плагина. Ссылка на нее есть в описании к этому видео. Далее в блоке Installing Language Packs нужно скопировать ссылку на репозиторий, из которого будет скачиваться плагин. Запускаем Eclipse, переходим в меню Help Install New Software. В открывшемся окне в поле Work With вставляем ранее скопированную ссылку на репозиторий и нажимаем на кнопку Add. После этого во всплывающем окне даем любое имя добавляемому репозиторию, например Babel. Еще раз нажимаем кнопку Add. И ждем, пока Eclipse просканирует и составит список имеющихся в репозитории пакетов. В списке находим и отмечаем галочкой пакет Babel Language Pack in Russian и нажимаем кнопку Next. Ждем определения зависимостей и снова нажимаем Next, после чего принимаем условия лицензии и нажимаем кнопку Finish. Осталось совсем немного. Нужно дождаться окончания процесса скачивания и установки пакета русификации, а в процессе подтвердить, что мы доверяем устанавливаемым модулям. Лично я просто поставил галочку «Always Trust All Content» в всплывающем окне, подтвердил, что я понимаю риски, нажав на кнопку «Yes, I accept your risk» и сохранил изменения, нажав на кнопку «Trust Select». По окончанию загрузки и установки русификатора Eclipse выведет окно с предложением перезагрузить ID для применения изменений, что и следует сделать, нажав на кнопку Restart Now. После перезагрузки среда запустится уже на русском языке. И не забудь поставить лайк, если тебе помогло это видео. Береги себя и свой компьютер. Удачи!